Друзья мои, вот заходите на этот плейлист, где вы сможете ознакомиться с теми роликами, которые вы можете приобрести. Это ролики, ну, если так хронологически, по утреннему подъему, по борьбе с бессонницей, решением проблем беспричинной тревоги, настроения, многим коммуникациям, которые вы должны наладить с социумами, с друзьями, с родными и близкими. Это и проблемы, связанные с какими-то психосоматическими заболеваниями. Это проблемы, связанные с головокружением, с паническими атаками. Вот на каждый этот ролик будет дана аннотация, будет дан маленький трейлер и ссылки на плейлисты, где более подробно представлены вот эти мои тренинги. Тренинги связаны и с тем, как найти своего суженого ряженого, и как выстроить отношения, и как решить проблемы неких психосоматических заболеваний. Одним словом, я этим роликом открываю плейлист моих видеотренингов. Видеотренинги на различные темы, различного объема. Ну, самый дорогой видеотренинг на 12 часов эфира 4000 рублей. А другие многие тренинги связаны с такой ценой 500, 400, 300 рублей. Я могу себе позволить, несмотря на свою квалификацию, свой возраст, давать вам эти ролики по экономной, бюджетной цене. Потому что я уже понимаю, что значит для вас качество жизни. За свою 35-летнюю практику мне пришлось столкнуться со многими случаями. И сейчас я иду не на сколько зарабатывания денег. У меня семья, 3 дочери, у меня внуки. Они самодостаточны. А на то, чтобы оставить память о себе у вас. И вы есть мое бессмертие. Поэтому, если я вам помогу, то вы запомните меня надолго. И я, как говорится, закончу свой жизненный путь и буду в вашей памяти. И это для меня важно, это мое бессмертие. И это меня греет здесь и сейчас, и поэтому позволяет быть в таком состоянии. Друзья мои, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Некоторые говорят, я приобрету у вас ролики, но потом, когда я получу результат. Все, что дается даром, то даром и пролетает. Конечно, Фрейд говорил, берите много с клиента, и он брал за свой сеанс стоимость пошивы мужского костюма. Да и посмотрите сейчас, сколько психологов за час берут ужасные гонорары. Ну, наверное, им деньги нужны. Мне тоже нужны деньги. Но небольшая сумма, она позволит вам относиться к этим занятиям более ответственно. Вы все-таки заплатили, значит, надо делать. Поэтому, друзья мои, гонорары у меня невысокие, мои вот эти тренинги недорогие, вполне бюджетные, но имеют результативность. И доказывать вам
гарантию действия этих моих тренингов, я не буду подавляться тем, которые там ссылки, вот это мне помогло. Вы просто посмотрите мои ролики, посмотрите те упражнения, которые я вам даю, послушайте, что я вам говорю, и вы поймете, что вам не нужно, как козлам, следовать, вот этому помогло, значит, мне это поможет. Это не химические таблетки, которые, если этому помогли, то и этому помогут. Если вы не будете брать ответственность на себя, если вы не будете выполнять упражнения, какая может быть гарантия? Но если вы будете следовать моим рекомендациям, моим советам, то вы посмотрите, тут роликов 800 штук, то вы увидите мои рекомендации. Некоторые мне просто пишут потом: Юрий Николаевич, мы посмотрели тут ваши ролики, и у нас проблемы куда-то исчезли. И я рад этому. А если вам нужны концентрированные занятия, вот они, плейлист этих моих бюджетных, но все-таки платных роликов. Так что, друзья мои, смотрите этот плейлист, что вы можете приобрести. Смотрите плейлисты других тематических занятий, где я рассказываю, что будем мы делать, как мы будем делать. И вообще, смотрите мои ролики. Я уверен, что после просмотра многих роликов, а есть и бесплатные тренинги, у вас изменится качество жизни. И вообще, давайте дружить. Подписывайтесь на канал, берите мой скайп и обращайтесь ко мне. Значит, пока мы живы, мы будем дружить. Ближайшие 26 лет я гарантирую вам свою дружбу.